to forgive, but it's not enough to make it all okay. Всем огромный привет, и сегодня видео будет о покупках и также подарках. Я вам покажу декоративную косметику, средства для лица, волос, лаки для ногтей и многое другое, поэтому давайте сразу же я приступлю. И хотела бы начать с подарка. Мне прислали вот такой вот классный большой набор минеральной косметики, который называется Clave Minerals. Насколько я поняла, это американская косметика. И хотела бы сказать большое спасибо девушке, которая мне подобрала все эти средства. Я совершенно ничего не выбирала, я попросила ее выбрать самой все оттенки, тени, румяна, то есть она самостоятельно мне все выбрала, и все оттенки мне подошли идеально, поэтому хочу сказать ей огромное спасибо. Также в набор она мне положила вот такие вот две кисточки, первая для консилера и вторая для непосредственно минеральная основа. Она очень мягенькая, очень приятная, поэтому думаю, буду ее использовать не только для минеральной основы. И что касается самой косметики, то тестирую я, наверное, ее где-то недели две, может быть, даже чуть побольше. И делать видео раньше я вам не хотела, потому что мне необходим какой-то промежуток времени, чтобы понять, работает она для меня или нет. И кто меня смотрит давно, наверное, знает то, что я нахожусь в поисках идеальной минеральной пудры. До этого у меня была пудра от Bare Minerals, и, к сожалению, она мне совершенно не подошла. Она мне сушила кожу, я ее чувствовала на лице, действительно был такой, знаете, дискомфорт у меня, я не могла долго с ней находиться. А также у меня была пудра от другой марки, я напишу обязательно в инфобоксе все названия. В принципе, она мне нравилась, но все равно я ее чувствовала, да, в том плане я ее не видела, но я ее чувствовала, то есть было как-то немного неприятно. Что касается этой пудры, то она мне показалась намного легче, я ее не ощущаю на лице, и огромный плюс, я не чувствую запах минералов. Я не знаю, с чем это связано, но нет такого, знаете, противного запаха, который я постоянно чувствую на себе, когда я использовала другие минеральные пудры. Но я хочу сказать главную вещь, мне понравилось, как работает эта пудра совместно с другими продуктами, а именно первое, я всегда наносила базу, так и называется, база, праймер такого беленького цвета, когда вы ее наносите, лицо у вас совершенно не выбеливается, просто оно становится таким более матовым и более здоровым. Мне кажется, на лето это просто идеальная вещь, я, наверное, буду носить даже без самой основы. И также поверх я всегда наносила вот такие вот финишные пудры. Первая у меня блестящая в оттенке Sunny Kiss, и вторая просто шелковая в оттенке Peach, персик. Пробовала наносить эту пудру самостоятельно, вернее носить самостоятельно, мне показалось то, что она не так хорошо держится и намного быстрее появляется жирный блеск. А когда я использовала и праймер, и пудру, и поверх финишную пудру, то макияж у меня держался целый день, я вообще ничего не поправляла. И давайте я, наверное, вам скажу оттенки. Значит, пудра у меня первая в оттенке Beige Warm, то есть теплый бежевый, идеально мне просто подошел. И также маленькая версия Tan Warm, то есть это для более загорелой кожи, на самом деле я ее тоже пробовала, и в принципе она мне тоже нормально. Также в наборе у меня лежало двое румян, первый такие яркие, розовые, вторые персико-коралловые. Конечно же, больше мне понравились розовые, потому что к коралловым я как-то отношусь немного боязно, мне кажется то, что они мне не очень идут. А это такие, знаете, яркие, присутствует также фиолетовый такой потон, который мне очень идет, поэтому очень понравились, действительно держатся очень-очень долго. И последнее, что осталось из минеральной косметики, это тени. Если честно, то раньше я ими никогда не пользовалась, всегда думала, что с ними как-то сложно работать, что они всегда осыпаются, пигмент плохо передается, но оказалось совершенно все иначе. Они у меня совершенно не осыпались, и пигмент передавался просто на 100%. Они наносятся, знаете, как будто бы они какие-то кремовые, да, пигмент сразу же так ровно ложится на века, я, правда, была очень сильно удивлена. Оттенки все очень красивые, носибельные, такие очень-очень нежные, поэтому с удовольствием сейчас ими пользуюсь. И также у меня лежал очень яркий оттенок такого, знаете, бирюзового цвета, обязательно с ним потом сделаю макияж и, возможно, его покажу. У этой косметики отличный состав, одни минералы, никаких добавок, в отличие, например, от косметики Bare Minerals, поэтому всем советую к ней присмотреться. И теперь давайте перейдем к лакам. Купила вот таких вот два лака от Zoya. Первый называется Snow White, это простой белый цвет, без всяких блесток, шиммера и так далее. Красиво смотрится на ногтях, но, к сожалению, очень трудно его наносить, поэтому с ним надо хорошенько поработать. И второй лак называется Megan, это такой светло-серый, вернее серый, в который добавили много-много белого цвета, такой очень пастельный, нежный, он, кстати, хорошо наносится и долго держится. И следующие лаки у меня от OPI, кстати, сейчас они у меня на ногтях, первый такой ярко-розовый и второй
голубой, немного с фиолетовыми. Также присутствуют такие маленькие-маленькие микроблесточки серебряного цвета. Очень красивые цвета, кстати, держатся очень-очень долго. Маникюра, наверное, ему сейчас дней 5, и вот совершенно ничего не случилось. И уже второй раз я себе покупаю вот такую вот сушку от Орли, которая называется Second Dry. Теперь она у меня самая-самая любимая. Маникюр держится очень долго, ногти такие блестященькие, очень красивые, поэтому тоже всем советую. Следующие продукты будут для лица, они от фирмы SkinCeuticals. Насмотрела себе видео Вероники, где она хвалила их продукцию, поэтому решила попробовать. Заказала себе гель для умывания, очищающий поры для смешанной жирной кожи. И также себе взяла защиту от солнца. Здесь SPF 50+, защита от UVA и UVB лучей. Заказывала я из сайта PharmaCosmetic, но знаю то, что они продаются и в аптеках. Но для тех, кто не может их найти в аптеках, советую зайти на тот сайт, потому что там большое количество разных аптечных марок. Что касается геля для умывания, то я его еще не открывала, потому что заказала его на смену своего любимого средства от Origins, который у меня вот-вот закончится. Надеюсь, что это средство тоже будет отлично смывать весь макияж. Что касается защиты, то пользовалась я где-то раза 3-4, поэтому пока хвалить или ругать я ее не буду. Но хочу сказать, что несмотря на то, что у нее целых SPF 50, она легенькая, она хорошо распределяется, она быстро впитывается и не оставляет такой, знаете, белый оттенок у вас на лице, как это обычно бывает с SPF защитой. Поэтому пока она мне нравится, нет какого-то, знаете, конкретного запаха, он скорее всего такой нейтраленький, удобный носик маленький, поэтому чуть позже я обязательно о ней еще расскажу. Решила попробовать бальзам для губ от фирмы NUX, называется он ультрапитательный, с медом и эфирными маслами, много его кто хвалил, поэтому решила его взять. Находится в такой вот он стеклянной баночке, и что-то как-то эта баночка у меня плохо открывается. Сейчас, минуточку, вот. Сам он такой вот желтенький, очень мягенький, поэтому его надо очень аккуратно наносить на губы. Пробовала его, наверное, вернее, пробовала носить его раза, наверное, 2-3 вечером, и он мне пока очень понравился, но пока не спешу делать какие-то выводы, обязательно тоже о нем расскажу. Но пока мне он очень нравится. Девчонки, расскажите, как вам этот бальзам. Для меня он сейчас, по крайней мере, работал намного лучше, чем Кармакс. Поэтому жду ваших комментариев. Следующие три продукта будут от фирмы NYX. Давайте, наверное, начнем с губ. И первое я себе взяла вот такую вот матовую помаду. Оттенок называется Амстердам. Это такой вот насыщенный красный цвет. Да, она действительно матовая, очень хорошо и ровно ложится на губы, не подчеркивает шелушение. Очень приятно пахнет конфетками. Что касается, долго она держится или нет, пока еще ее не тестировала, да, очень долго не носила, но цвет очень красивый, такой классический красный. Следующий продукт для губ называется Jumbly Pencil в оттенке 720. Его можно использовать как карандаш, так же как помаду. И изначально мне не понравился его запах, очень пахнет противно, чем-то химическим. Что касается оттенка, то в принципе он очень красивый, такой нежно кораллово-розовый, достаточно натуральный. Губки он, я бы даже сказала, немного увлажняет, шелушение не подчеркивает, но запах мне совершенно не нравится, какой-то уж слишком он химозный, и химозный в плохом смысле слова. И последний продукт у меня Jumbo Eye Pencil, это уже карандаш для глаз. У меня уже есть два оттенка, они мне очень нравятся. В этот раз решила взять оттенок, который называется Йогурт, номер 611. Очень такой красивый, бежево, не знаю, такой розовый цвет, очень красивый, шиммерный. Но единственный минус, что мне не нравится в этих карандашах, в принципе, как и в других, они очень быстро скатываются, даже с базой, даже если сверху наложить какие-нибудь тени. Это единственный минус, но оттенок очень красивый, и у кого таких проблем нет, да, если веки у вас нормальные, не жирные, то, скорее всего, они вам подойдут, но я все равно ими пользуюсь, потому что цвета очень красивые. Заказала себе, наверное, самые любимые сухие шампуни для волос от фирмы Батист. Очень много раз я их уже покупала, и каждый раз оставалась довольна. Взяла я себе шампунь, который называется XXL Volume, пока еще им не пользовалась. Также взяла свой самый любимый шампунь вот в такой вот розовой упаковке. Он очень приятно пахнет и справляется со своей задачей просто на 100%. И также решила попробовать другой новый, который называется Fresh. Приятно пахнет, такой, знаете, свежестью, наверное, немного цитрусовыми. Тоже хорошо действует, в принципе, точно так же, как и в розовой упаковке. Поэтому, девчонки, всем советую, они действительно очень хорошо действуют. Также хотела вам напомнить то, что ссылки на все продукты находятся в инфобоксе под видео, поэтому не забывайте туда заглядывать. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, было интересным, полезным. И всем пока, до скорой встречи! Lips,
sour taste. Lights gone, days end, struggle.